Сегодня мэр Казани встретился с волонтерами на базе размещения в Юдино. Там построили дома по социальной ипотеке. Временно в них заселили 2000 добровольцев. В каждой квартире по 5-7 человек. За безопасность отвечают полицейские, за здоровье – медики. И те, и другие дежурят на базе круглосуточно. Виссарион Меджин осмотрел столовую, оценил меню и посоветовал ребятам высказывать замечания о работе спортобъектов. Все уже прошли обучающие тренинги на спортивных объектах и приступают к своим основным обязанностям. Часть волонтеров завтра примет участие в генеральной репетиции церемонии открытия игр на стадионе «Казан-Арена».